Берут небольшой отряд, а у него боеприпасов год отстреливаться. Сколько брали? Тут я вся Россия видел. Три автобуса битком. Одни пленные. Я такого в жизни не видал. Неужели все бандюки? Александр Андреевич! Сталинский геноцид, потом еще эта первая война глупая, выросло поколение, для которого автомат как игрушка. Все три этих автобуса. Сколько здесь новобранцев? А сколько матерых? Первый отсев прямо здесь. Смотри, командир, понял? Все понял. Капитальный подготовленный боевик. А оружие куда дел? А? Оружие куда дел? Многие плывут, непонятно, от наркоты или от парамидола. Боевики лежат в автобусах. Естественно, они сейчас будут выдавать себя мирными жителями и все. Но по основной причине мы определяем то, что это боевики. Это запах пороха и характерные шрамы и ранения. Одни сейчас пахнут одеколоном, а от всех характерная черта еще пахнет всех одним одеколоном. Все 20 человек намазались одним одеколоном. Раненых собрали в подвал у толстого юрта. Даже странно как-то. Час назад их гасили из всех стволов, а сейчас спасают. Целый госпиталь развернули. Начинающийся гангрен. Экстренная операция. Ампутация стопы. Чего? Ампутация? Да, надо убирать здесь. Ну зачем убирать? Помрешь? Да. Ну помрешь. Помрешь. По-моему, они еще сами не верят, что такое бывает на этой войне.